В театральном ковчеге в этот раз детей ждет космическое путешествие по межгалактической системе поющих планет. Пришедшие в театр ребята узнали, куда попадают дети, которые ябедничают, врут и жадничают. А также, почему Снегурочка отправилась спасать планету Икс и кто же является секретным агентом Деда Мороза. Агент 2017, вам необходимо срочно прибыть на планету Плюм в созвездии поющих планет. Как меня поняли, прием. Вас понял, лечу на планету Плюм. В итоге агент 2017 выполнил секретное задание Деда Мороза. Конечно, преодолеть трудности помогла дружба, иначе агент бы не справился. Хорошо всем вместе встречать Новый год, взяться за руки, водить хоровод, песенку петь, смеяться, шутить, праздник нельзя. Необычно оказалась в этот раз и сама елка. Не зеленая и колючая, а белая, блестящая и прозрачная. Сквозь космические вьюги, сквозь туманность зимних грез, к вам летел, друзья-подруги, и подарки вам привез. Действие рассчитано на детей старше 5 лет. Спектакль идет 3 раза в день, в 11, в 13.30 и 16.00. Прийти на космическую сказку можно до 31 декабря или со 2 по 5 января. Приходите, подарите детям праздник.